скажу с самого начала свое, название своей проповеди. Моя проповедь называется «Как получить своего Исаака». И вот несколько недель как-то тема Исаака, она меня трогает. Даже не столько тема Исаака, а тема веры и тема, как прожить жизнь с Господом. И я просто взяла и открыла Библию с книги «Бытие» 12 главы, где впервые об Аврааме упоминается. Я думаю, Господь, Он отец нашей веры. Мне интересно, как Он прожил жизнь, как Он встретился с Тобой, как Он прожил жизнь. И я вот в течение этого времени несколько раз перечитывала, и Он умирает там уже в 20-х, умирает в 20-х главах, там, не помню, в 26-й или 27-й главе Он умирает. И я вот всю Его жизнь, 12-й, то 20, по-моему, 6-й, читала, несколько раз перечитывала, видела разные нюансы, разные переводы смотрела это. И знаете, мне так понравилось. Обычно мы любим, да, вот я люблю хорошие фильмы. И так иногда включаешь какой-то фильм и думаешь, ну давайте, что-то мне настоящее о жизни скажите, чтобы вот прям зацепило, чтобы моя душа была тронута, мое сердце плакало или радовалось. И иногда включаешь какой-нибудь фильм и смотришь, и думаешь, о нет, вы мне ничего сказать не можете, просто выключаешь. Но когда я читала про жизнь Авраама и Сары, я пережила бурю эмоций, переживаний и чувств. И я поняла, что это круче. Это круче, чем какой-то экшен или какая-то любовная лирика, или какая-то драма, или даже комедия. Это круче. Вот потому что с Господом настоящая жизнь. И вы знаете, там есть такие вехи, я сегодня, может быть, их коснусь, биографии Авраама. Если бы Господь хотел, Он бы, может быть, о них и не упоминал. И это характеризует Авраама с не очень хорошей стороны. Но там просто мы видим всю жизнь от и до. И я думаю, Господь, ведь только с Тобой вот эта интересная жизнь как-то оживает. И ты понимаешь, вот Твоя жизнь, она во мне и через меня. И то, что сейчас происходит в моей жизни, это ведь тоже не ерунда какая-то, это не глупость, это важно для Тебя. И написано, что пишется памятная книга о боящихся Господа. Я не знаю, кто эту книгу будет читать, но я-то знаю, что эта книга пишется обо мне сейчас. Это или как снимается какой-то очень длинный сериал. Вот моя жизнь, она такова и есть. Я когда читала про Авраама и Сару, я поняла, Господи, так мы все перед Тобой. И наша жизнь, это как лента. И Ты смотришь, и написано, что и мы приступили и к тьмам ангелов, и к духам праведников, и они наблюдают за нами. И те люди, которые рядом с тобой, они наблюдают и думают, интересно, интересно, какой сейчас этап, и как она его пройдет в вере. Интересно. Это так же, как читать книгу. И давайте обратимся. Откройте сразу вот книгу «Бытие», и мы сегодня по ней просто пойдем. Приготовьтесь, что мы будем обращаться к этой книге. И вот «Бытие», 12 глава. Ну, вернее, об Аврааме-то упоминается в 11 уже. Но впервые, как мы узнаем, что Господь говорил с Авраамом, 12 глава с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И иногда я когда смотрю на каких-то героев вот веры, на отца нашей веры, на Авраама, я думаю, Господь, вот по какому принципу ты его просто выбрал? И тут даже принцип не ясен. Просто Бог посмотрел его в его сердце и решил, я его избираю. И знаете, он не ошибся, потому что Авраам последовал за ним. И этот его жизнь, она вся, он умер, к слову сказать, в 175 лет. Здесь ему было 75 лет. У него впереди было 100 лет послушания Богу, 100 лет хождения с ним, 100 лет путешествий, 100 лет
разных-разных страниц в его жизни. 100 лет, представляете? И Авраам, он не знал, куда идет. У него даже, вот мы сейчас, иногда Господь тебя призывает что-то сделать, да? И ты думаешь, ну сделаю я какой-то шаг. Но ты можешь поучиться у отца веры, а ему даже учиться не у кого было. Ему просто нужно было доверять Богу. Вот Господь пришел, и я его слушаюсь. Я не знаю, какой мой будет следующий шаг, я не знаю, какова моя будет жизнь, но Господь говорит, и я иду за ним. И в 7 стихе этой же главы: «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Давайте сразу откроем 15 главу. Я хочу вам сказать, что просто Бог стал посещать Авраама и общаться с ним. Может быть, и до этого это было, но мы узнаем вот впервые в 12 главе книги «Бытие». И знаете, я хочу вам сказать, у Авраама было слово от Бога, призвание от Бога, у него было общение с Богом, потому что Бог раз от разу стал приходить к Аврааму и что-то говорить ему. И вот в 15 главе, то есть у Авраама, давайте сначала 13 главу, я просто хоть как бы экскурс по его жизни, да? 13 глава, 14 стих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него». Я какие-то истории пропускаю, потому что сегодня не моя цель говорить о том, что нужно ближнему предлагать лучшее, а себе брать худшее. Вразрез с этим поступил Лот. Да? Это не моя цель сегодня, но это интересно на самом деле прочитать, как Авраам предоставил выбор Лоту, и Лот выбрал лучшее. Но вот и после того, как Лот выбрал, сделал этот выбор лучшей земли, тогда к Аврааму пришел Господь. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И Господь стал просто приходить и давать обетования в начале этого пути следования за ним. Но и у Авраама было обетование, слово от Бога. И мы потом видим, как Бог стал обогащать его. Он стал богат и скотом, и рабами. Он стал богат всем. Но, знаете, у нас у каждого в жизни есть что-то «но». Вот что-то такое, что «но». Казалось бы, какая-то вещь, которая не дает тебе в совершенстве быть счастливым. У кого-то это здоровье, у кого-то семья, финансы. Может быть, их у тебя этих «но» через запятую можно перечислить. Может быть, их у тебя сплошные «но». Но я вам хочу сказать, на каждое «но» у Господа есть «да». И давайте прочитаем 15 глава с 1 стиха. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении». И сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». Он говорит: «Но, Господь, я понимаю, что ты даешь мне все, но распорядитель в доме моем этот Элиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И там дальше. И вот сокровенный вопрос. Сокровенный вопрос вдруг поднят Господом, но и Авраам поднял этот вопрос и сказал: «Господи, что мне твой щит, ну это я интерпретирую, что мне твоя награда великая, если у меня нет того, что я желаю, о чем я, что для меня вожделенно и о чем я мечтаю, этого нет». И Бог ответил: «Да».
Да, это будет. И ведь он и до этого говорил, но Господь утвердил свое слово. И знаете, Господь так милостив к нам. Если бы он только однажды к нам пришел и сказал, вот будет то-то, или твоя жизнь будет благословенна, и мы остались бы просто с одним единственным словом от Господа на этой земле. Вы знаете, даже такой человек, как отец нашей веры Авраам, он сомневался. И он видел, что да, у меня есть слово от Бога, но что мне? В моем доме этот распорядитель, и он, похоже, будет моим наследником. Я не вижу реальных результатов, и, видимо, очень сильно противоречит тому, что мне сказал Бог. Но Господь подтверждает свое слово. Господь подтвердил это слово. И у него было обетование и о награде, и о щите, но и о потомстве. Как раз то, что его очень волновало. И знаете, Господь, ну, мы часто, честно говоря, духовнее, чем он. Мы думаем, ну, это моя проблема, я просто о ней не думаю. Я просто не думаю, Господь, я ведь в вере. И мы просто... Но Авраам не побоялся вступить в диалог с Богом и сказал, Господь, ну что мне до того, но если у меня самого, на мой взгляд, важного на данный момент нет. И Господь, знаете, он снизошел, и он стал просто отвечать, он стал говорить детально. И, может быть, вам моя проповедь, как получить своего Исаака, покажется, как будто бы я буду проповедовать, или уже начала проповедовать о духовном потребительстве. Но знаете, что для меня Исаак? Исаак для меня — это не просто что-то вожделенное, что ты просишь у Бога, и ты должен обязательно получить, и все. Исаак для меня — это путь веры. Это просто жизнь с Богом. Вот Исаак — это доказательство любви Божией, его заботы обо мне. Исаак — это услышать от Бога, что он хочет, и стоять на этом слове, и дойти до победы. Исаак — это план Божий для твоей жизни, это воля Божия для твоей ситуации. Исаак — это путь веры, и это путь взаимоотношений с Господом, это доверительные близкие взаимоотношения с Ним. Это действительно, если Бог, если ты общаешься с Богом, у Него есть для тебя Исаак. И Исаак — это не то, когда мы топаем ногой или качаем свои права перед Господом, или вымаливаем то, что нам не принадлежит. Но Исаак — это то, что Господь сам хочет дать. Тебе нужно просто услышать, что же хочет дать Господь, что же Он хочет сделать в моей жизни. Знаете, Господь хочет говорить нам больше, чем мы хотим Его слышать. И Он хочет давать нам больше, чем мы хотим принимать. И Исаак — это не просто нужда Авраама. Это то, что Господь запланировал для него от начала мира. Вот это Исаак для меня. И поэтому я не считаю свою проповедь о духовном потребительстве, но о вере, о доверии Богу. Ведь в чем заслуга Авраама? Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Представляете, просто потому, что он поверил. Но этот путь веры, он оказался непростым. И знаете, если бы я прочитала одну какую-то отдельно взятую главу об этом его пути веры, я бы его никогда отцом веры не назвала. И он для меня совершенно не был бы примером. И вот такие вехи в его биографии были. Ну, например, это к слову сказать. Вот сегодня я взяла с полки свою Библию, не свою, это Библия моего мужа, проповедническая. И она 4 года стояла на полке, я даже к ней не прикасалась. И сегодня я впервые взяла, да, стерла с нее пыль и принесла. И думаю, ну, проповедую, буду этой Библией пользоваться. Вот, и я хочу сказать, это я к чему? Это я к чему? Про Авраама как раз. Вехи его жизни, да, истории. Отдельно взятая глава его жизни. А, к тому, что я, знаете, когда я читаю вообще Ветхий Завет, честно говоря, я понимаю, что я, Господь правильно сделал, что я родилась в 20 веке. Честно говоря, как обращались с женщинами тогда, я это не могу понять и сейчас. Я не хотела бы быть ни тысячной наложницей
у царя Соломона, не третьей женой, например, у кого-то там, у Давида или у Авраама. Но я мужа своего допекала. Я читала, про, например, историю про Авраама и думаю, и говорила, ты мне объясни, как мужчина так может поступать со своей женой. А о чем я говорила? Когда они путешествовали, им путь их, им предстоял нелегкий, им приходилось путешествовать, проходить разные царства-государства. И Авраам сказал, он был очень смекалистый еврей, и он сказал, ты женщина красивая, жене своей сказал. Но знаешь, чтобы у нас не было неприятностей, давай договоримся так, раз и навсегда. Вот куда бы мы ни приходили, давай я буду говорить, что ты моя сестра. Давай так будем говорить, чтобы мне ради тебя хорошо было. Ну, Сара, как в 1 Петра, по-моему, написано, так и Сара повиновалась мужу, называя его господином. Ну вот Сара и повиновалась мужу, называя его господином, и говорит, ну хорошо, хорошо. И в начале их путешествия в Египте она стала женой фараона. Она стала женой, он взял ее в дом, и какое-то время, длительное, наверное, она жила там как жена, потому что написано, за это время Авраам очень хорошо обогатился. Он хорошо обогатился в то время, как его жена. Но Господь вступился за свою дочь. Меня это утешает, что даже тогда Господь вступался за своих дочерей. И вот, представляете, это было в начале их путешествия. Ну, так скажем, в среднем возрасте, в возрасте 75-80 лет. Но интересно, что ближе к 100 годам, вот вы это почитайте, ближе к 100 годам, после того, как Господь снова явился Аврааму, и напомнил об обетовании, они снова пошли, и Авимелех увидел ее, и она оказалась 90 лет тоже прекрасна, и взял ее себе, было написано в жены, то есть не состоялось, но Авраама нигде не ёкнуло. Вот такой вот мужчина, смекалистый, ну, скажем, трусливый и малодушный. Но Бог опять вступился за Сару. Это я к чему говорю? Чтобы я, если бы я читала отдельно эти взятые главы, я бы очень разочаровалась в Аврааме, я бы, наверное, с ним даже не поздоровалась. Меня не вдохновляет такое поведение мужчин. Но он отец нашей веры, и я буду говорить сейчас и о другом. Знаете, и вот Бог, вернемся к Исааку, Бог дал ему обетование. И с этого момента у Авраама начался нелегкий путь веры и терпения. И этот путь действительно был нелегок, потому что, представляете, у тебя есть Слово Божие, но все видимые обстоятельства, в 75 и так уже, даже тогда им трудно было иметь детей, они уже себя считали довольно зрелыми людьми для рождения детей, но вот проходят годы. Есть Слово Божие, есть общение с Богом, есть победы, есть богатство, но та проблема, она не решается. И в 16 главе книги Бытие, когда Аврааму было 85 лет, прошло ровно 10 лет с момента, как Бог пообещал, Сара тоже сделала свое дело. Несмотря на то, что восточные женщины, как считается, очень смиренные, я в Библии вижу, что они смиренны, но они, у них такой стержень внутри у восточных женщин. Взять вот Авигею, да, и смотрю, женщины, которые при Иисусе были, они очень волевые, и очень, может быть, внешне они смиренны, но они очень волевые, и они всегда знают, что они делают. И так Сара подумала, давайте откроем Бытие 16 главу. Вам интересно? Вы про Авраама что-то узнаете? Вы не разочаровались в нем? Ну, надеюсь, что вы будете его уважать как отца нашей веры. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары,
На этот раз он послушался ее. Вот такие вот взаимоотношения в семье. И действительно, и он об этом думал, и она. И действительно, когда ты думаешь, у тебя есть обетование от Бога, но ничего не происходит, и Господь не дает никаких указаний, что мне сейчас делать? И сразу же рождается какой-то план. И может быть, этот план неплох. Может быть, этот план и неплох был бы, если тебе просто нужно решить какую-то деловую задачу. Но только не в вопросах с Господом. Потому что у Господа был совершенный план. Совершенный план. Но Господь их за это не покарал. Знаете, Измаил — это, наверное, прообраз наших ошибок и человеческих решений для достижения Божьих целей. Мы как будто бы хотим помочь Господу. Мы думаем: Господи, я сейчас ничего не понимаю, я не ориентируюсь в ситуации, но, похоже, мне сейчас нужно что-то делать. Похоже, срочно нужно что-то предпринимать. И Измаил, он родился, действительно, потом, вы почитайте, там между Сарой, даже когда она уже забеременела, Агарь, между Сарой и Агарью начались большие проблемы, между Сарой и Авраамом, потому что она начала ревновать. Как так? Бог заключил мое чрево, а этой служанке дал? И эти проблемы, они продолжались потом и дальше, и исторические аспекты эти проблемы понесли. Но, и помните, когда Агарь убежала и плакала, Бог явился и к ней, Бог и ее любит. И потом родился Измаил. И вот представляете, 16 глава, 86 лет у Авраама появился сын Измаил. И потекли дальше следующее десятилетие. И представляете, я больше, может быть, Бог являлся еще к Аврааму в этот период, но родился сын, и когда Измаилу было 13 лет, представляете, следующий раз мы читаем о том, что Бог начал говорить с Авраамом, это в 17 главе мы читаем, когда Авраам был 99 лет. То есть до рождения Измаила 11 лет прошло от того момента, когда Бог впервые говорил ему о потомстве. И после рождения Измаила еще прошло 13 еще лет. И вот 99 лет ему, 24 года веры, упования, разочарований, может быть, борьбы. И давайте, я, может быть, важный аспект пропустила, знаете какой? Когда мы идем этим путем веры, Бог, Он подкрепляет нас в наших немощах. И я вижу, что Он просто сказал Аврааму: посмотри на звезды, посмотри на песок. Он показал ему то, что всегда было у него под ногами и над головой, чтобы всякий раз, когда его взгляд падает на звездное небо или на песок под его ногами, чтобы он каждый раз вспоминал обетование Божие. И это делает Господь, это милость Божия. Он иногда просто фиксирует наш взгляд на чем-то видимом. И он говорит образами, чтобы мы это отложили в своем сердце, и во времена испытаний нашей веры мы обращались снова и снова к этим образам. Знаете, у меня в спальне висит картина, но, конечно же, не подлинник, а копия Мане, яхты. И вот мои, вот Галина Борисовна и еще несколько моих подруг, они мне подарили эту картину на день рождения, пару лет, может, назад. И я повесила ее в спальне. А в этой комнате я провожу основное свое молитвенное время. И как-то, может быть, спустя несколько месяцев, как эта картина у меня появилась, я вообще люблю просто на нее смотреть. Действительно, это чудесное, ну, творение. И оно как-то меня вдохновляет. Но как-то однажды произошло что-то большее, чем просто я любовалась этой картиной. И Господь, Он просто во время молитвы обратил мой взгляд на эту картину. И Он мне стал говорить некоторые вещи о моей будущей жизни. И это так было невероятно и как-то сверхъестественно. Я записала, вы знаете, я люблю записывать. И у меня дома всегда ежедневник там лежит. И здесь у меня в церкви есть ежедневник. Я люблю записывать, как будто бы иногда Господь, как будто какая-то мысль скользнет, и ты понимаешь, что это от Духа Божьего пришло. И я записала тогда. И понимаете, на протяжении
вот то, что Господь мне говорил, этого не случилось. Но спустя какое-то время Он снова обратил мой взгляд на эту картину. И как будто бы Он использует то, что перед моими глазами всегда. И Он обращает это, мое внимание, чтобы напомнить мне снова и снова свое слово. И Он так милостив к нам. И слово написанное обращает нас снова к обетованиям Божьим. Слово, которое Он проговорил, может быть, действительно в видимых образах каких-то. Вот, это отступление было. И Бог поддерживал Авраама, веру Авраама. И когда Аврааму было 99 лет, внимание, 99 лет, 24 года веры, упования, может быть, смятения, разочарований, читаем. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий. Ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». И 15 стих. «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое. И знаете что? Он рассмеялся и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» Господь заговорил о самом сокровенном. То, что мучило его, то, что, с одной стороны, двигало им, но и мучило. И к этому моменту он был, скорее всего, разочарован. И он сам себе... Тебе сам Бог говорит. Просто, представляете, сам Бог тебе говорит. Но Авраам внутри себя рассмеялся. Он уже к этому моменту был, может быть, скептичен, и он уже смирился с тем положением вещей, которое есть. И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим». Иными словами, Авраам сказал: «Господь, ну, мне почти 100 лет. И знаешь, честно говоря, просто хочу в спокойствии дожить свою старость. Так было много всего. И зачем ты поднимаешь этот вопрос? Это так все сложно. Бог, это сложно. Ей 90, мне 100. Зачем? Я просто согласен, Господь, спокойно дожить свою жизнь. Благослови, вот есть Измаил, благослови его. Просто благослови Измаила. И, Господь, я не знаю, как там, как так получилось, что я не получил потомка. Ну, Измаил ведь есть, и это, наверное, от тебя. Просто благослови». Вот это была такая речь Авраама. Бог же сказал, знаете, Бог, Он Бог. Он сказал: «Я Бог». Бог сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына». Бог говорит: «Послушай, я знаю, что в 90 и в 100 лет трудно». Бог сказал: «Но я сказал, так и будет. И ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него». «Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время, на другой год». И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. Мне интересно, Бог говорит ему, а он прикословит.
Но Бог сказал последнее слово за мной. Послушай, я так запланировал от начала, и так и будет. Тебе кажется это сложным, тебе кажется это невозможным, но так и будет. Я раньше, когда читала, я только замечала, что Сара смеялась, но оказалось, в самый сокровенный момент, когда, может быть, по прошествии многих лет Бог снова явился Аврааму, и он пал на лицо, но в этот момент от речи Господа ему стало смешно. Ну как это возможно? Нет. Господь, мне 100 лет, я собираюсь умирать. Какое рождение ребенка? К слову сказать, он умер в 175. И к слову сказать, он после смерти Сары еще взял себе жену и нарожал еще детей. Господь сказал, у тебя начинается самое интересное. Вот знаете, ты думаешь, мне 40. Все лучшее позади. Ты думаешь, мне 60, все лучшее позади. Где мои 17 лет? Где? Бог говорит, послушай, прямо сейчас начинается самое важное. Прямо сейчас самое важное. Господь, во-первых, имеет чувство юмора. Во-вторых, Он верен. Может быть, в-первых, Он верен. Во-первых, Он верен. Во-вторых, Он имеет чувство юмора. И Бог всегда делает то, что Он запланировал. Я еще думала, когда вот о их пути веры, тоже вернусь немножко, да? Путь веры. И когда Бог сказал, посмотри на звезды, посмотри на песок. Знаете, в тот момент, когда наша вера терпит крушение, или мы сомневаемся, в этот момент мы можем видеть не Божьи картины. Ну, я думаю, мне это знакомо, я думаю, и у них, наверное, так было. Всякий раз, когда они видели младенцев, наверное, щемило сердце. Вот когда у меня не было долго детей, у меня щемило сердце. Или, может быть, у тебя щемит сердце, когда ты видишь человека, садящегося в дорогую иномарку. Или, может быть, когда у тебя нет любимого человека, нет пары, нет супруга, ты смотришь на... как воркуют влюбленные парочки, и тебя это просто выводит из себя и раздражает. И думаешь, не можете быть поддержаннее в общественном месте? И ты видишь совершенно другие картины. Ты видишь, что почему-то другие люди успешнее, почему-то у них вот все осуществляется в их жизни, а я-то, Господь, заброшен, я-то забыт. И ты можешь видеть совершенно другие картины. Но когда приходит Господь, И, например, у тебя нет детей, и ты видишь детей, тогда ты радуешься за тех людей, кто имеет этого ребенка, и ты думаешь, у меня тоже будет свой Исаак. Вот так произошло в моей жизни. И такой, не знаю, символичная картина, но сегодня моему Исааку 7 лет исполнилось. И его мама проповедует про Исаака. Но он, правда, у бабушки, и вот вернется на днях с каникул, и мы тоже будем праздновать. Но Бог дал мне, Бог верен, и Он дал мне моего Исаака. И знаете что? Никогда не завидуйте. У Господа достаточно для каждого. У Бога есть для тебя твой Исаак. У Бога есть для тебя твоя судьба. Уникальная судьба и уникальный путь следования за Ним. Он знает, каким... Может быть, ты думаешь, у других какой-то путь более короткий. Вот поженились, и сразу дети появились. Ну, знаете, у отца нашей веры тоже был... Я даже прошла меньше путь, чем он. Я в 37 лет родила ребенка, но не как Сара в 90. Знаете, у Бога есть судьба, у Бога есть предназначение, и у Господа есть путь, каким мы должны пойти. У Бога есть этот путь, путь веры для нас, путь следования за Ним. Судьбы его бездна великая. И пишется памятная книга о боящихся Господа. Каждая страница, она очень важна. Каждая страница. Ты не можешь сразу вот так открыть книгу посередине и все, и прочитать, как родился Исаак. Каждая страница в твоей жизни важна. Важны страницы, когда мы в вере. Важны страницы, когда мы в
сомнениях, но Бог приходит в нашу немощь. Важны страницы, когда мы, наконец, получаем Исаака. И мне интересно, как мы сейчас прочитали, как посмеялся Авраам. Но знаете, давайте прочитаем еще про Сару. Бытие, 18 глава. Я не знаю, я бы на месте какого-нибудь режиссера голливудского сняла бы такой классный фильм про их жизнь. Вот с этими всеми нюансами. И чтобы в конце слава Божья была этого фильма. Но здесь, читая Слово Божие, просто оно оживает для нас. Бог открывает его, вот все эти оттенки, все эти нюансы. И ты видишь, да, у него жизнь, интересная была у него жизнь. У меня ничуть не меньше. Давайте откроем Бытие 18 главу. И представляете, спустя какое-то время к Аврааму пришел Господь. И Авраам сразу узнал. Он послал Сару готовить обед. И Сара была свидетелем этого разговора Господа с Авраамом. И вот 18 глава, 10 стих. «И сказал один из них, даже с 9, где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». «И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары. Заметьте, что они уже переименованы. Их имена уже отец множества народов, мать. И Бог на них уже совершенно по-другому смотрел. Он видел этот потенциал, видел эту перспективу, к чему они так долго шли. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных. И обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Я прочитала это место Писания, оно мне так понравилось в новом, в современном переводе. Знаете, что вот 12 стих. «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?» В современном переводе написано. Сара сказала, «Отцвела я, и тут пришла пора утех?» Задает вопрос. «И господин мой стар». Сара тоже с юмором. «Я стара, и пришла пора утех, я отцвела уже, Господь, уже поздно». И сказал Господь Аврааму, «Отчего ты рассмеялась, Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара не призналась, а сказала, «Я не смеялась, ибо она испугалась». А он знает, он сказал, «Нет, ты рассмеялась». В общем, Авраам посмеялся прямо в лицо Богу. Сара посмеялась прямо в лицо Богу. Но знаете, они все-таки были в вере. И Господь нас не осуждает. Я когда читаю, как они упоминаются, в конце прочитаем, потом среди героев веры в Евреям 11 главе. Ведь Бог их приводит как героев веры. И Он нигде ни одного слова упрека за Измаила и за смех, и за неверие. Ни одного слова упрека. Ни одного. И знаете, когда мы, может быть, терпим какое-то крушение, как нам кажется, или мы смеемся, или мы не верим, мы скептичны, Бог все-таки продолжает с нами. И он будет стучаться, Он будет давать снова свое слово, Он будет приходить к нам лично, и Исаак обязательно родится. И вот давайте прочитаем 21 главу с 1 по 7 стих. «И презрел, как пришло это воздаяние. Оно пришло. Ведь Господь никогда не оставляет нас на этом пути терпения, веры. Он приходит, и Он напоминает, Он говорит, Он снова возгревает в тебе, и как будто бы ты снова оживаешь.
снова оживаешь, ты снова видишь эти звезды, снова видишь этот песок. И вскоре они не только на звезды смотрели, вскоре они услышали и детский плач. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара, вот про смех. Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. Знаете, Господь любит пошутить. И сказала, кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. Представляете, Господь это сделал. И тот Исаак, знаете, на финишной прямой, может быть, уже ни Сара, ни Авраам, они не хотели этого сына. Честно, им уже хотелось просто дожить. Да, у нас была бурная жизнь, у нас было что вспомнить, но как-то так случилось, не произошло. Но на небе, на небе. Но Бог сказал, я верен, и я это делаю. Я верен, и я это делаю. Знаете, если вы изнемогаете в вере, действительно, мы иногда не понимаем, мы почему-то не получаем обещанного. Или почему-то происходит так, что пошло что-то не так, словом. Что-то пошло не так. И вот в моей жизни был такой случай, и я бы сказала, даже не случай, а трагедия такая была в моей жизни. И, может быть, не все знают из вас, но, вы знаете, часть моей семьи, моих любимых, дорогих людей сейчас на небе. И среди этих, так получилось, что вот именно сейчас, вот к такому возрасту я, ну, ощутила очень большие, или, как сказать, я понесла большие потери. И на небе, я точно знаю, моя бабушка, я точно имею свидетельство в своем духе, что там моя мама, на небе мой муж. И на небе там еще есть один человек, мальчик один. И этот мальчик, я его тоже считаю Исааком для себя, потому что он родился, он появился там внутри меня спустя 15 лет нашего брака. И он был нам дан Господом, этот мальчик. Мы даже не успели дать ему имя. И он просто уже от начала, дня, когда мы узнали, что мы ждем ребенка, он радовал нас, и мы ждали его. Он был для нас, мы представляли, какой он чудесный, какой он красивый, какой он талантливый. Мы думали, какие таланты, дары будут развиты в нем. И он рос, мой живот рос, но на большом уже сроке беременности получилось так, что он умер прямо внутри меня. И он родился уже, появился на этот свет мертвым. И он бы мог бы жить. Это было уже около 8 месяцев беременности. И у нас дома уже стояла кроватка и всякие вещи для него уже, и игрушки приготовлены. И этот мальчик, он просто умер. И вот, знаете, бывают такие вещи необъяснимые в нашей жизни. Ты думаешь, я... Господь, я ничего не понимаю. Я была в больнице, а я знаю, что мой муж, он просто закрылся, и он буквально несколько дней, он только ко мне приезжал, там, звонил мне, и он закрылся, и буквально несколько дней даже не выходил из дома. И мы не могли осознать, почему происходит. Ведь Господь дал нам, зачем Он его обратно забрал. А я, знаете, я знаю, что Бог просто взял его и забрал. И это произошло в 2008 году. И знаете, ведь вся церковь с нами, все ждали появления этого ребенка. Все хотели увидеть, как исполняются обетования Божьи. И мне даже говорили, те женщины, может быть, у которых были потери детей, они говорили, ну у вас точно все будет хорошо, ведь вам Бог дал. И у нас даже не было ни сомнений, вообще ни страха, ни сомнений. Просто он родится и все. Но произошло так, что он
прямо на небо ушел, и все, Господь его забрал. И был такой период вообще осознания, что произошло, и как с этим дальше жить. Как жить с этим дальше, с этой потерей, как жить? И не сразу я могла сказать: Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Не сразу. И мы просто смирились. Мы просто смирились. И через 1.5 года у нас родился уже Глеб. И я знаю, что в нашей жизни бывают непредсказуемые вещи. Бывает то, что мы никак ни с духовной точки зрения, ни с естественной точки зрения не можем. Я знаю, когда он родился, у меня врачи спрашивали: послушайте, почему у меня спрашивают, почему такое произошло? Он родился без порока, этот малыш. Я его не видела, но я знаю, что он был прекрасен, и он без всякого порока родился. Просто он прекратил питаться от моего организма, и он просто умер. Его сердце перестало биться. Но у меня врачи говорили, они в недоумении были, и причина так и не выяснена. Ни духовное, ни физическое не выяснено. Единственное, что в такие моменты мы можем, как Иов, говорить: я знаю, Искупитель мой жив. Я знаю, Искупитель мой жив. И вы знаете, Бог верен. И буквально через, может быть, несколько месяцев я забеременела, и через 1.5 года у нас родился вот Глеб. И Глеб родился очень здоровым ребенком. Даже моя подруга сейчас до сих пор, когда у нее дочка периодически болеет, она говорит: слушай, вы в школу пошли, вы вообще не болеете. У вас какой-то прям железный иммунитет такой. И он не болеет, он меня радует, он благословение для меня. Но я знаю, что это от Господа, это награда от Господа. И Женя буквально, когда за несколько месяцев до смерти, он знал, что... Мы знали сразу же, что это смертельное его заболевание, и что, если Бог не сделает чудо, он идет прямо на небеса. И за полгода до смерти он мне говорит, просто сидим, пьем чай, он говорит: Оль, вот уйду на небо, у меня там сын будет, и у тебя здесь сын. И я знаю, когда он пошел туда, он встретился со своим сыном там. И я его увижу. Я наконец увижу, какой он. Я хочу вам сказать, Бог верен. Бог верен. И иногда... Знаете, у моей вот этой проповеди есть вторая часть или вторая бы проповедь, но сегодня я ее не буду, может быть, будет возможность в другой раз. И моя вторая часть проповеди, знаете, как называется? Первая часть называлась «Как получить своего Исаака», а вторая часть «Как отдать своего Исаака». И вам домашнее задание – прочитать книгу «Бытие», 22 главу. И знаете, буквально несколько, может быть, тезисов скажу, несколько слов из той второй проповеди. Когда Авраам наконец получил то, ну, чего он ждал, по сути, всю свою жизнь, когда вот в этом столетнем возрасте он получил, и ребенок стал возрастать, и уже отрок, представляете, в самый такой момент неподходящий является Бог и говорит: отдай мне его, отдай. И это ведь решение всей семьи. Отрок, он уже в сознании. Жена, которая также проходила этот путь веры. И сам Авраам. И эта жертва была принесена ими всеми. Бог не позволил этому случиться, но по сути Авраам уже отдал его внутри себя. И знаете, если бы он до этого не прошел вот этот путь веры и доверия Богу, если бы он не знал, что Бог верен, то он не смог бы отдать своего Исаака. И давайте просто из Нового Завета буквально несколько мест Писания прочитаем, говорящих об Аврааме и Саре. Вот буквально несколько. В Галатам 3:9 написано: верующие благословляются вместе с верным Авраамом. Идите по следам отца нашего, нашей веры, и вы будете благословлены. Евреям 11 глава. Евреям 11 глава, 11 стих. Верую и сама Сара,
будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Она верила. Она, да, она смеялась, да, она сомневалась, но она верила. И она знала того, кто верен. 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». К этим годам, за эти годы просто шествования вместе с Богом, Авраам уже так хорошо узнал Господа. У него еще в 100 лет не было такой твердой веры, когда Господь ему говорил: возьми своего Исаака. Но он так просто вырос в вере, и он стал зрелым мужем Божьим, что это тот, который свою жену за сестру выдавал, понимаете? Тот, который за ее счет хотел быть в благополучии. Это он. Это он. Вопреки общественному мнению. Вопреки тому, что будет дальше. Это он. Это он, когда у него уже вообще никакой надежды не осталось на потомство. Это он стал способен отдать Исаака. И какое-то местописание мне очень понравилось. Оно тоже несколько стихов, но мы именно его давайте прочитаем. Я хотела бы именно этим местом писания завершить мою проповедь, потому что здесь, в Новом Завете, как будто бы Павел преподнес нам в Римлянам 4 главе, преподнес нам сливки, которые он как бы увидел из жизни Авраама и Сары. Римлянам 4 глава, 16 стих. «Итак, по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано: „Я поставил тебя отцом многих народов“, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: „Так многочисленно будет семя твое“. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти 100-летнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность».